Итак, данстарт призу Анилина. Данстарт. Амарант выходит вперед, но лидировать никто не торопится. Зельбухар сильно налегает на повод. Его сдерживает Андрей Киршин. Тут же Гударч и полевой стороной Natural King вывозит Юрия Кулинича в лидера. Вести не хочет вообще никто. Ну, оно и понятно, дорожка тяжелая, силы надо сохранять. Вперед вырывается Амарант и первым заходит в поворот. Амарант лидирует, Гударч, Джубей Авицба перестраивает в бровку. Полем Юрий Кулинич на Natural King. Тут же рядом с ними Зельбухар. Далее Мерзабек, Капушев и Хевел. Там же рядом с ним Magic Boy. Далее Фалькон Барс. Ну и замыкает скачку сейчас у нас Гелион. В повороте при выходе на противоположную прямую скачку ведет Амарант. Где-то на три четверти корпуса сзади вторым идет Natural King. Юрий Кулинич его сдерживает. То же самое делает Андрей Киршин верхом на Зельбухаре. Тут же по бровке рядом с ними Гударч. И на нем Джубей Альфа уже даже в легком посыле. За ними тут же полевой стороной Хевел. Подъезжают Magic Boy и Фалькон Барс. Компания пошла очень кучно. Скачку по-прежнему ведет Амарант. Вторым Natural King. Тут же полевой стороной Хевел. Фалькон Барс рядом с ним. По бровке Гударч. На нем в посыле уже вовсю едет Джубей Альфа. Скачку продолжает вести Амарант. На второй выходит у нас Зельбухар. Тут же полем Юрий Кулинич и Natural King. По бровке Гударч. Фалькон Барс в хорошей позиции для атаки. Magic Boy далековато. Magic Boy вообще на предпоследний отпал. Итак, Амарант и тут же Зельбухар. Зельбухар захватывает Амаранта. Пошли в борьбе за лидерство. И Зельбухар выходит вперед. Зельбухар воздавил скачку по финишной прямой. Амарант фонарим. Magic Boy делает запоздалый бросок. Там же Гударч по финишной прямой. Зельбухар легко уходит. Легко уходит. Только показал хвост ему, я так понимаю, Хамзат Улыбаев. И все, в точку. Зельбухар. Зельбухар выигрывает приз Анилина. Magic Boy вторым, Амарант третьим, Гударч четвертым.